Ну вот, мне объяснили, написали на бумажечке, там, все, кто знает, в Икее же там на подвале есть, не подвал, это первый этаж, склады, и там надо самому брать. Вот мне написали за тут первый, за этот второй шкафчик, где находится, и я вот туда. И пойду, я все вот это смотрю на такую вот посудку. Вот она мне нравится, такая посудка, знаете. Вот так по 49 центов такие тарелки белые, такие большие. Вот такие, предположим, маленькие, вот такие вот пиалки. Вот хорошо. Я даже суп с такой могу кушать. Ну, что такая посудка? Ну, у меня есть посуда. Пока как бы мне не надо. Ну, вообще неплохая, интересная. Вот что-то тут рекламу какую-то рассказывают, рекламу. Вот такие вазочки какие-то по 99 центов. Я так сильно не буду останавливаться, заострять вам внимание. Вот если что-то совсем такое уж дешевенькое, так я вам тогда и покажу. А так ничего тут такого. Все обычно. Обычно, обычно, обычно. Вот я люблю текстиль, конечно, но как-то что-то не очень. Так тут и есть много текстиля. Вот. Вот такие дела. Я немножко приостановилась. Вот видите, такие подушки на 10 евро. О, вот такие малюсенькие, например. Такие малюсенькие. По евро 99. Ну, знаете, они такой, извините меня, гомняшкой набиты. Вот. Они еще не с магазина не вышли, а уже какие-то такие мягкие. Непонятно. Эти хорошо, вот набитые подушки. И даже эти вот хорошо. Вот, а те же вообще никакие. Вот что тут за шторы новые. Я же люблю всякие шторки такие. О, дешевого такого ничего нету. Вот. А то, что вот по 3,99, ну так вы же понимаете, что оно же никому не надо. Такое же оно никому и не надо. По такой цене. Что там у нас в том отделе? Не пойду туда. Не пойду туда. То, что более-менее симпатичное, так оно и стоит подороже. Так его можно и в другом магазине купить. Точно так же. Вот. Пуховые подушки я не люблю. Я что-то, знаете, у меня... Раньше же мы только на пуховых подушках спали. Ну, на перьевых, да? Да, даже не на перьевых, а именно на пуховых. Потому что у меня... Это. Бабушка держала уток, и потом вот это ж перо собирала, мыла, его чистила, перебирала вот этих от столбурцов перебирала, чтобы не было вот этих столбурцов. Вот, не пололись, не вылазили на перничек. И делала такие подушки. Очень даже неплохие были подушечки. Вот. И даже мы когда сюда приехали, я привезла с собой 3 подушки. Вот. Каждому по подушечке. А потом я от них избавилась. Они мне перестали нравиться. Да и не то, что перестали нравиться, но как-то синтепоновые подушки. Их и постирать можно. Вот и так вот. Короче, такие более практичные. А перьевые надо чистить. У меня вот сын с невесткой почистили. У них приезжала там во дворе, ну, не в ихнем дворе, там в соседнем стояла машина, которая принимала. Они там перо чистили, новые напернички делали. Ну, что так она хорошо им поделали. Вот они пользуются, но они любят. Так я всем покупаю такие синтепоновые подушечки. Настюша своей мяти. Сидни, я тут по евро еду такой. Ух, музычка здесь. Магазин. Это маску. Вот здесь он, кстати, вот. Недалеко.
сразу 3-4 подушки. У меня всегда есть в запасе. Потому что эти подушки, знаете, они не очень это практичные такие. А я их даже не стираю. Я вот это полгода там, они у меня полежали, я потом выбросила и все. А я вот это еще хотела такие штуки посмотреть, да. Вот это вот что это? Тут сюда можно ложить вот за евро 99. Ну, в принципе, все, что хотите, можно ложить. Вот так вот открывается. Тут, например, вот лежат две подушки. Знаете, интересные вещи. Вот это вот. Да. Хорошо так. Так я думаю, может и мне такое взять. Вот такие штуки. Евро 99. Что-то там вот, знаете, вот так вот не надо тебе что-то. Ты взял, положил и в шкаф. И оно не пылится. И удобно так. Лежит. А я возьму две такие штучки. Это же нужно недорого. Две штуки. 4 евро будет стоить. Сейчас положу это на место, где она лежала. Опа! Ничего, хорошая такая вещь. Возьму себе сюда вот так вот эти две штуки положила. Положила и поехала дальше. Так, это всякие тут коробочки. А, кстати, да, посмотрите. У нас вот в Токмане я видела такие вот. Такие. Как их назвать? На колесиках такие вот эти вот ящики, только они длинненькие. Их вот, у меня кровать низкая, но все равно их можно туда, они туда зайдут. А тут таких нету длинненьких, таких тут длинненьких нету. Тут видите такие лотки большие, тоже удобные такие лоточки. Удобненькие лоточки. Вот. Ну, тут что вам, видите, так показать. Все такое интересное. Да, ну, все интересное, знаете. Все интересное, когда там переехала у тебя квартира новая. Вот как я переехала. Так тогда, конечно, оно все интересно покупать. А сейчас мне уже оно ничего не надо, потому что у меня уже всего накуплено полно. Так только что-нибудь по мелочам то можно купить. Вот я думаю, что вот этот вот столик, который я второй, вот он где-то здесь должен быть, в хозяйственном отделе. В хозяйственном отделе где-то. Сейчас вот я посмотрю. Может быть, я его и найду здесь где-то. А может, он и не здесь. Потому что, опять же, она мне, девочка, написала на этом самом. Вот, наверное, вот это он, да? 7,99. Да нет. Она мне написала, но я-то его так и не видела. 7,99. Так, нет, это Хюлле. Это не то совсем. Ну ладно, сейчас еще тут подивлюсь, так сказать. Подивлюсь. Вот такие ж полки неплохие. Для ванной комнаты, это для коридора. Кому что нравится. Вот такой стол мне еще нравится. Видите, такой большой стол. На нем можно и сидеть. И вот эти перепонки, это... Вешать туда полотенчики. Вот.
такого, что-то на вроде этого у меня было. Я потом выбросила 20 евро. Легенький такой, удобный. Вот. Вот. Такая вот, как у меня, видите, вот за 49,99. Вот. Я специально тогда в угол покупала, потому что нам надо было в этом самом, в угол ставить в ванной комнате. В ванной комнате, чтобы угол поставить. Вот. Вот так вот. Ничего больше такого нет. Вот это все я тоже смотрю на вот эту штуку. Ой, упал этот мешок. Вот я все смотрю, вот пошло бы мне вот это вот за 20 евро. Писалось бы мне по расстоянию. Шкафчик такой. А потом думаю, да нахрена мне надо. И так нормально. И так нормально, хорошо. Нет, что-то не нашла я этого шкафчика. Вот этой полки. Ну ладно, может быть тогда. Ну тут эти вот, смотрите, недорого. Вот 19,99. Беленький такой, приличный. Для ванной, для коридора. Кому надо. Очень даже неплохо. Вот. Высота хорошая. Вот. Тут что-то по еврику. Какие-то лоточки по еврику. Вот так, коврики для ванной комнаты. 3,99. Ладно, буду выдвигаться дальше туда. К этому самому. К выходу. К выходу буду выдвигаться. Вот, наверное, уже тоже прервусь. Вам уже много всего напоказывала, нарассказывала. Я вот еще люблю, знаете, такие вот, такие вот коврики, но этот страшненький, а вот этот вот хороший. Вот, у меня в ванной такой лежит, вот, вот 2,99, иногда они цветные бывают, вот хороший он, знаете, чем? Что он хлопковый, и его можно постирать, вот, потому что вот это всякое такое из меха, там синтетика, то все ерунда. Ладненько, давайте я прерываюсь. Вот. И потом уже, может быть, еще включусь. Вот коврик такой непоганенький. Кому надо. Ну, такой толстый. А, не люблю такие толстые. Вот это такой. Нет, тоже нет. Вот этот за 9,99. Ну, такой толстенький, непоганенький. Вот такой. Мягенькие такие. Вот так у кого, знаете, возле кровати положить. Вот такие бы. Вот у меня такого плана. Вот. Тоже в Икее мы покупали с Натой. Точно такой. И они так, я вот стирала. Вот вчера у меня была стирка. У меня два их. Я взяла их и постирала так хорошо. Но только я, по-моему, тогда их брала совсем намного дешевле. Ладно, я на этом заканчиваю. Пока-пока. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери. Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока.